Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре сайт. Называется ClickProfit, где нам дают возможность абсолютно без вложений на просмотре сайтов зарабатывать денежку. И при этом бонус при регистрации нам дают $5. Здесь можно почитать. Это ClickProfit – это платформа с возможностью заработка в интернете для каждого. Без вложений, без обязательных приглашений, без сложных ограничений. Просматривайте рекламу и выстраивайте свой доход от $30 в день. Участников более 32 тысяч. Много, но здесь такого особого нет ничего. Регистрация наипростейшая. Вводите email и 2 раза пароль. Вход, естественно, по имейлу и паролю. Сейчас войдем в аккаунт. Разгадываем карточку, кликаем войти. И вот он, бонус $5. Вывести его нельзя. Он нам приносит доход 0.01% в сутки. И вот идет как бы майнеру. Капает копеечка. Значит, сразу здесь вот партнерская ссылочка. Далее по реферальной программе. Бонус за реферала $3. Бонус за доход от прибыли ваших рефералов плюс 5%. От пополнений тут 5 уровней 7, 3, 2, 1, 1%. Далее, если вы подпишетесь на их телеграм-бот, плюс еще $3, вам зачислят вот сюда. Их вывести нельзя. И если на подписку ВКонтакте, также плюс $3. Есть поддержка в чате ВК. Поддержка, суппорт, как бы электронная почта. И что здесь у нас, значит, по заработку? Здесь серфинг. И неплохой серфинг, как вот для серфинга, да, если в долларах. Вот. Его здесь очень-очень много. Аж, видим, 9 вкладочек. Да, например, даже если я кликну на 4-ю вкладочку, сейчас страничка обновится. Я одну рекламку просмотрела, и мне увеличился. От просмотра идет вот сюда. Зачитывается, и тем самым увеличивается доход. А минимальный вывод, ребятки, всего лишь 10 центов. Давайте просмотрим. Здесь вся реклама по 30 секунд. Давайте вот кликаем просмотр. Нас перебрасывает на страничку. И идет отсчет таймера. Значит, если я включу, например, расширение, да, таймер, он не останавливается, он идет. Значит, можно переходить на страничку и как бы заниматься своими делами. Ну, или какой-нибудь дополнительный, да, серфинг, ну, где мы работаем. Там. Давайте дождемся. Вот. И разгадываем вот такая капча легкая, циферка 7. Выбираем циферка 7. Кликаем на нее. Все. Нам зачет. Как бы. И если я обновлю страничку. Будет идти уже быстрее. Вот этот серфинг идет вот сюда в майнер. Как набирается 10 центов. Будем ставить на вывод и проверять. Далее можно, конечно же, пополнять баланс. Вот заработок на просмотрах.
И это не обязательно, если вы будете пополнять это на свой страх и риск. Я пополнять ничего не собираюсь. Здесь вот операции. Бонус. Начисление за регистрацию $5. Вкладочка «Партнеры». Вот. Также здесь расписана реф-программа. Также можно рекламировать свои проекты. Ну или сайты, что у вас там. Здесь пополнить баланс на рекламу. Пополнение от $1. Рекламка здесь стоит. Сейчас доллар тем более упал. И пожалуйста. Так. И рекламировать. Кликаем про... Так. Разместить рекламу. И что у нас там? А, изображение можно загрузить. Ссылка на сайт. Заголовок. Описание. Стоимость за 1000 просмотров. Вот. Далее. Сколько вы хотите, чтобы вам показывали? Один показ каждые 2 дня, каждые 3-5 дней, раз в месяц. Один показ в сутки, например, да? Выбираете. Так, а здесь у нас что? А, категорию выбираете. Вот заработок, например, да? Создать объявление, предпросмотр, ну и все такое. Далее здесь вкладочка «О проекте». Можно почитать, как зарабатывать. Пожалуйста. Я уже не буду зачитывать, сами почитайте. Ну и, естественно, вопросы-ответы. Вот, и что здесь? Вот, как выводить деньги на Pair и Perfect Money от 10 центов. На Kiwi от 20 центов. На банковские карты $7. И криптовалюта $6. 10 центов, я думаю, на просмотре сайта. Тем более ночью будет капать у майнер. Правильно. Можно набрать. Переходим в личный кабинет. Здесь вот баланс идет, да? Кликаем «Вывести». Здесь пока ничего нету. Вот. Здесь написано так, минимальная сумма для вывода 10 центов. Ну и мой баланс. Когда наберется 10 центов, естественно, здесь покажутся, появятся вот эти вкладочки, куда выводить. Ну, 10 центов это что появится? Pair и Perfect Money. Вот. Ну, а в настройках тут нет ничего. Тут только изменить пароль. Ну, и все такое. Вот. Хотите работать? Работайте. Не хотите, не работайте. Это дело лично каждого. Как говорится, дело хозяйское. Но здесь очень много рекламы. И можно заработать копеечку. Вот. Ну, в принципе, я все основные моменты вам показала. Наберу минималку, естественно, я запишу видео по выводу. Всем удачи, всем пока!